Всем привет, друзья! С вами я, Ольга Архипова. Сегодня я отправляюсь в горы Нового Света. Как вы думаете, куда лежит мой путь? Посмотрите, пожалуйста, на эти виды, которые я вам показываю. Кто догадался, куда я пойду? Ну, конечно же, я направляюсь в окрестности горы. Какой, друзья? Сокол. Смотрите, друзья, по дороге я иду, и какие здесь красивые сосны растут. Сосна Судакская или Станкевича. Станкевич – это ботаник, который исследовал эту сосну. Сегодня 20 мая 2022 года. На улице сейчас 14 часов 18 минут плюс 20. Ночью было прохладно, плюс 10. Посмотрите, какие здесь красивые виды. А какой воздух сосновый. Это просто вам не рассказать. Это надо почувствовать самим. Вот я вам покажу поближе хвою этой сосны Судакской или Станкевича. Посмотрите, какие у нее длинные иголки. Достигает до 14 сантиметров приблизительно. Сосна уже перестала пылить. Она у нас пылила. Кругом было все желтое от ее пыльцы. Смотрите, какая здесь красота, друзья. Вам не рассказать. Я просто иду и любуюсь. Живу здесь 20 лет и все время иду, как будто первый раз. Помните, друзья, в прошлых роликах я вам показывала дуб зимний. Вот он стоит с листвой. Ну, сегодня уже 20 мая. Давно пора покрыться листьями. Старых листьев мы уже не наблюдаем. Как только появились новые листья, старые этот дуб сбросил. Знаете, друзья, мне пришлось раздеться. Я одела и футболку, и кофту, и ветровку, но очень жарко идти, потому что все время нужно подниматься вверх. Это, смотрите, друзья, кактус опунция. Они еще не цветут. Мы видим только почечки. Смотрите, зелененькие. Зацветут они позже. В этом году весна запоздалая. Держи, дерево покрылось листочками молоденькими. Смотрите, как они блестят на солнце. Вдоль дороги растут красивые фиолетовые цветы. Смотрите, красота. Живописная дорога в окрестностях горы Сокол. Кто не видел мои прошлые ролики, посмотрите сейчас, какие красивые виды открываются на зеленую бухту Нового Света, гора Кабакая справа, высотки пансионата Новый Свет, и там другие пансионаты у нас, Полет, Князь Голицын. Вот такие виды. Живописная природа в Новом Свете. Дорога, друзья, в окрестностях горы Сокол извилистая и поднимается постоянно вверх. Гору Сокол я снимаю с разных ракурсов. Посмотрите,
Это самый большой коралловый риф Европы. Высота 474 метра над уровнем моря. Не удивляйтесь, те, кто уже слышал мой рассказ об этой дороге. Многие еще не слышали. Поэтому я рассказываю, что находится в окрестностях горы Сокол. Вот поворачивается дорога опять. Я повернула и поднимаюсь вверх. Друзья, я хожу на Сокол в разное время года, поэтому здесь все изменяется с каждым месяцем. Даже если кто-то слышал мой рассказ об окрестностях горы Сокол, послушают еще раз и посмотрят, что же изменилось. Сейчас в мае месяце. Смотрите, здесь поваленное дерево. И видим кладку вдоль дороги. Смотрите, какая кладка вдоль дороги. Под руководством Льва Сергеевича Голицына прокладывали эту кладку, чтобы не обсыпалась дорога. Турки, которых нанимал Лев Голицын при строительстве дороги. Это старинная дорога, которая построилась при жизни Льва Голицына. Вот и дошла до большой видовой площадки, где открываются красивые виды. Смотрите, кого я вижу, друзья. Ящерица. Видно вам? Оп, спряталась, убежала. Вот туда вверх. Смотрите, какой ствол у сосны судакской. Длинный. Прям впился в эту скалу. И своими корнями достает воду из земли. Ну как же не снять цветы, которые расположены вдоль дороги? Посмотрите, друзья. Обязательно, чтобы украсили нашу картинку. Посмотрите внимательно, из каких пластов состоят наши горы. Как слоистый пирог, посмотрите. Еще вам, друзья, цветочной красоты, которые растут вдоль дороги. Посмотрите, вот там самая высокая кладка. Смотрите еще раз на эту цветочную красоту. Не оторваться, друзья. Очень красиво. Там голубенький лен. Очень много льна растет в районе Керчи. А как вам такой пейзаж, друзья? Среди камней и корней можжевельника. Стволов можжевельника растут вот такие желтые цветы. Красота. А это растение растет кустом. Посмотрите. И цветет маленькими желтыми цветами. Вот такая красота, друзья. Слово «красота» повторяется постоянно, потому что действительно очень красиво. Ой, как красиво! Сколько много вот этих белых цветов. Смотрите. Гора Сокол уже с другой точки. Я иду дальше.
Вот какая красота. Сколько цветов вот этих белых. Смотрите, какой пышный кустик. Ой, как красиво смотрится. Друзья, ради такой красоты надо собираться и ехать в Крым. Посмотрите, как красиво. Людей немного. Вы и природа. Гора Сокол, какая красивая. Неприступная, кажется. Но на нее можно подняться с нашим экскурсоводом. Кому интересно, спрашивайте, как можно подняться на эту гору Сокол. Вот, друзья, я подошла к тому месту, где расходятся тропинки. Одна тропинка идет на гору Сокол, а другая к источнику Святой Анастасии. Я вам обещала показать, как выглядит источник Святой Анастасии весной. И я иду вам показывать. Поднялась немножко, друзья, и показываю вам красивый пейзаж. Устала немножечко, потому что нужно подниматься вверх. Но ничего, ради такой красоты можно и устать. Любуемся, друзья, красивыми видами. Я поднимаюсь все выше и выше и показываю, какие красивые виды. Вот я уже вижу трубу металлическую, друзья. По этой трубе надо ориентироваться, чтобы прийти к источнику. Вот она идет вдоль дорожки, по которой я иду. Видите? Она приведет нас к источнику Святой Анастасии. Гора Сокол, друзья. И окрестности, которые окружают эту гору. Я все еще иду к источнику Святой Анастасии. Смотрите, как здесь уже стало красиво. Раньше в марте месяце было голые кусты и деревья. А сейчас уже все зазеленело. Деревья покрылись листьями. Идти очень красиво. Друзья, идти в кроссовках очень жарко, поэтому если вы приедете в это время года, берите горные сандали. Чтобы вам было комфортно идти. Обязательно, когда идете в горы, берите с собой воду. Красивых вам видов, друзья. Буду постоянно вам показывать, потому что я сама восхищаюсь этой красотой. Птички поют, небо голубое, все цветет, деревья зеленые. Это просто восторг. А в этом месте, как в лесу, смотрите. Такая узенькая тропа. И кругом заросшие деревья. Здесь мы видим вяз, смотрите. Тоже уже стоит с листьями. Желтая акация растет. Смотрите, какая красота. Ой, какие красивые цветы. Смотрите. Не знаю, как называются. Может, кто-то из вас знает? Напишите мне в комментарии. Вот они вдоль тропинки идут.
видите? Красивые какие красненькие. Ой, сколько их много здесь. Смотрите, сколько много этих красных цветов. Просто слов не нахожу. Друзья, как здесь красиво. Ну, это же надо. Ой, как хорошо, что я пошла сегодня. От такой красоты я не нахожу слов. Ну что, друзья, вы еще раздумываете приезжать в Крым? Не думайте, собирайте свои чемоданы и бегом. Бегом к нам в Крым увидеть такую красоту. Вот ступеньки, которые я должна преодолеть. В марте месяце, если вы помните, я показывала их заснеженные. Сейчас они сухие. Май месяц. Помните, в марте месяце я вам показывала отсюда сокол? Он был заснеженный, а сейчас он без снега. Смотрите, иду по такой узкой тропинке, а вокруг лес. Красота, птицы поют. Но осталось совсем немножко, друзья. И я уже буду у источника Святой Анастасии. Вот. Вот, я уже подхожу. Смотрите, друзья, как здесь красиво. Просто красота. Не рассказать вам. О, единственное, что плохо, смотрите, наклонилось дерево, которое стояло над купелью. Вот это да. Но оно старое. Надо, чтобы ребята пришли и убрали это дерево, потому что заслонили всю купель. Вода в купеле есть, мы видим. Возле лавочки распустилась желтая акация. Смотрите. И здесь тоже мы видим желтую акацию. И наш источник. Святой Анастасии. Водичка идет хорошо, смотрите. Иконки продолжают стоять, смотрите. Когда приедете, прочитайте. Как образовался родник, кто занимается обустройством родника. Сама иконка Святой Анастасии. Прочитайте, кто такая Святая Анастасия. Вот и стропарь Великомученицы Анастасии. А здесь в марте месяце, если вы помните, меня встречала лягушка. Здоровалась со мной, квакала. Сегодня я ее не слышу. Возможно, ей жарко, она где-то спряталась.
Вот так выглядит источник святой Анастасии Узорешительницы. Рассказать об этом историческом месте мы вам можем на наших экскурсиях. Приезжайте к нам, спрашивайте, звоните, и мы проведем к вам экскурсию на источник святой Анастасии. Вода из источника попадает сюда в купель, а когда купель полная, она выходит из купели и вытекает вот по этой трубе, вот туда, смотрите, в канавку. Мы видим, здесь стоит крест. И когда вы будете производить омовение, прочитайте вот эту молитву. Я сейчас отдохну, друзья, потому что путь был длинный. Присяду на лавочку, посижу и отдохну в этом тихом волшебном месте. Место тихое, спокойное. Не хочется уходить. Попробую, друзья, я водичку. Какая вкусная вода. Прелесть. Нельзя напиться. Ну как, друзья? Будете приезжать в Крым? Посмотреть на такую красоту и побывать в этих тихих, волшебных местах? Мы ждем вас. На этом я буду заканчивать, друзья. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, ставьте лайки. Всего вам хорошего, мира и добра. До новых встреч, друзья. С вами была Ольга Архипова.